Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг. И в этом видео будет простой, яркий, быстрый и цветочный макияж, созданный при помощи светящихся в ультрафиолете лайнеров от 7 Days. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Тени можно выбрать любые. В своем случае я выбрала вот такую палеточку от Huda Beauty под названием Rose Gold, первое издание. И вот эти матовые розовые тени я нанесу на поверхность подвижного века и века вот такой широкой кисточкой. И для упрощения задачи по стрелочкам мне понадобятся ножнички и вот такой вот узенький канцелярский скотчик. Нарезаем две половиночки, две равные полосочки и приклеиваем. Я люблю именно четкую тонкую прорисовку делать при помощи вот таких вот узеньких синтетических кисточек, которые я приобрела в обычном художественном магазине. И определяемся с лайнерами. Лайнеров 8. Но именно для стрелочек я заметила, что с розовыми тенями идеально сочетаются вот такие вот лимонные, я не знаю, электрические желтые стрелочки. Я уже предварительно налила в мисочку чистой кипяченой водички. Подготовила лайнер. Теперь определяюсь с кисточкой. Будет вот такая, более широкенькая. Так, макаем кисточку в воду. Немножко нужно подсушить стрелочку на глазике, чтобы она не отпечаталась. Все-таки основная составляющая этого всего процесса – обычная вода, поэтому сушим. И рисуем такую же стрелочку на втором глазике. Так, оп, одна стрелочка получилась четко и ровно. Вторая стрелочка. Идеально, да? Всегда работает с любыми текстурами, будь то тени или лайнер. А теперь вкратце расскажу, что я буду делать с макияжиком. Макияжик будет состоять из вот этих четырех цветов. Вот такой глубокий оранжевый, такой розовый, желтенький, чтобы сочеталось со стрелочками, да-да, тот самый. И вот такой вот зеленый. В этом наборе 8 цветов, но я в этом макияжике буду использовать вот эти 4 цвета. Эти художества можно продолжать до бесконечности, да, на любой вкус и цвет, и, конечно же, фантазию и настроение. А я, пожалуй, все-таки довершу эти цветочки сердцевинками. Я беру вот такую тушь оранжевого цвета, она тоже из этой линейки. Ах, красота! Она не только для волос, но и для ресниц и бровей. Макияжный образ триумфально завершен. Самое время подвести итог
по накрашенному вариантику. Потом я включу ультрафиолетовую лампу и оценим, насколько это ярко при свете софитов. Пока выглядит шикарно. Мне безумно нравится вот эта креативная задумка окрасить бровки в цвет ресничек. Посмотрим, насколько это будет выигрышно смотреться с помощью лампы. Следующая задача – выключить кольцевидную лампу. Все-таки идея окрасить брови, так, камеры не бликуй, идея окрасить брови в цвет ресниц шикарно, шикарно. Мне очень нравится. Что-то свеженькое такое, прям весенняя яркость. Ярко днем, ярко ночью в этой марке и именно в этой светящейся ультрафиолетовой линейке. Много цветов, много текстур, много разных продуктов, поэтому, скорее всего, меня ждет очередное пополнение в мою неоновую, яркую, сочную коллекцию. Я в восторге, мне нравится. Пишите свое мнение в комментариях под этим видео, мне будет интересно, что еще вы ожидаете от меня эдакого увидеть. Вот я и вернулась снова в свою розовую обитель. Да, этот макияжик меня радует не только при ультрафиолетовом излучении, но и при обычном освещении тоже. Меня он безумно заряжает позитивными эмоциями. Я все-таки девочка, а девочкам свойственно любить цвета и цветочки. Да. Подведем итог. Макияж легкий, простой, быстрый, яркий, экономичный и со своей неоновой изюминкой. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать маленького цветастенького бьюти-пусика со своими большими пальцами вверх. Для меня это большой стимул творить и креативить дальше. Да. А креативить я буду в своем привычном режиме через день. Поэтому не забываем подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить, что эдакого будет дальше. Ну а вам, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, только позитивных бьюти-экспериментов, сочных весенних эмоций, отличной погоды и всего-всего. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг. И до скорых встреч через один день.